Жестоко избитый под Варшавой украинец находится в критическом состоянии. Об этом сообщают польские СМИ. Вчера состояние мужчины резко ухудшилось. По словам медиков, образовался тромб после кровоизлияния в мозг. Впрочем, в консульском отделе посольства Украины в Варшаве уверяют, что угрозы его жизни уже нет. Мужчину прооперировали, он пришел в сознание. Напомню, украинца избили спортивными битами. 52-летний житель Тернополя получил повреждения головы. В Польше он работал садовником в одной из частных фирм. Полиция открыла уголовное производство.